Всем привет! Вы на канале Cyberspace. В прошлом ролике я сделал вам подгон в виде ролика по ПВ, ибо вы просили. Но также мы не закончили сюжет Tekken, он ведь вам тоже зашел. А значит, мы продолжаем путешествие в мир Tekken 7. Мы остановились на том, что Дзина Кадзаму захватил некий Ламс, который до этого не маячил в сериале, так сказать. И на Дальнем Востоке появилось загадочное существо с огромной силой, о котором пока тоже ничего не известно. Для более подробного понимания посмотрите предыдущие серии, если вы их еще не видели. А мы продолжаем. Приятного просмотра. Глава 5. Бесконечная ненависть. Так что я снова принялся за чтение бесчисленных документов. И наконец нашел абзац с ее именем. Кадзуми Хатидзё. Нигде не говорилось о том, как протекала ее жизнь вместе с Хэйхати. Но у меня появилось доказательство того, что Хэйхати был отцом Кадзуми, а Кадзуми его матерью. И тогда я понял кое-что совершенно шокирующее. Тот же год, когда Хэйхати отобрал власть у Дзимпати и основал Дзайбацу, умерла его жена Кадзуми. А Кадзуя упал со скалы, получив ужасные увечья. Что же это могло значить? Мы отслеживаем передвижение Хэйхати Мисимы. Похоже, в данный момент он занимается поисками Дзина Кадзамы. Значит, ему нужен Дзин. Ускорьте подготовку. Глава 6. Пробуждение. Чувство безысходности стало частью моей жизни. В конце концов, в ресторане я наткнулся на парня. Его глаза горели нечеловеческим желанием сражаться. А смотрел он так, словно видел меня насквозь. Значит, это ты интересуешься Дзайбацу Мисима? Сказав так, он направился к выходу. Потому как он посмотрел на меня в дверях, я понял, что мне нужно идти за ним. Словно зачарованный, я медленно пошел следом. Когда мы вышли из ресторана, он представился. Его звали Ли Чао Лан. Чудесно! Ты очнулась. Только давай поаккуратнее, я все-таки твой спаситель. Спаситель? Что я здесь делаю? Похоже, твоя система памяти все еще не восстановилась. Обнаружена подозрительная личность. Уничтожить! Я бы предпочел этого не делать. У меня еще есть силы. Put
耐えられるかな？食らうがいい。お別れだ。 Система перезапущена, хоть и не совсем так, как я рассчитывал. Может, теперь ты вспомнишь, кто я? Это ты! Тот стрёмный гендиректор, Ли что-то там. Ли Чаолан. И без стрёмного, пожалуйста. Как бы то ни было, польщен, что ты меня помнишь. Что я здесь делаю? Что случилось? Похоже, нам еще много предстоит сделать. На этом серия завершается. Как по мне, она была забавной, в духе аниме, я бы сказал. Не забывай ставить лайк под видео и подписываться на канал. Ну и делись этим видео с корешами, конечно же. Всем пока!